Валерия Щебельского, нового старшего научного сотрудника Харьковского института метеорологии, коллективу собирались представить сегодня. Для этого в Харьков из Киева приехал чиновник из Госпотребстандарта Александр Сипко. Но харьковчане в этом увидели угрозу, мол, назначать сотрудников может только гендиректор института, а попытка ввести в харьковскую метеорологию своего человека – первый шаг к смене руководства. Приказ Госпотребстандарта о назначении на должность старшего научного сотрудника человека, который не работал никогда в институте, не имеет никакого отношения к научной деятельности, он незаконен. Более того, по уставу предприятия, по должностным инструкциям, которые действуют в нашем институте, старших научных сотрудников и вообще сотрудников института метеорологии может назначать исключительно генеральный директор. Приезжий чиновник даже скрывать от харьковчан не стал. Руководитель Харьковского института метеорологии Горислав Сидоренко может быть уволен. Так, товарищ Сидоренко, вы, я вижу, человек опытный. Вы устроили здесь шоу специально для того, чтобы вас не уволили. Но вы по-любому будете уволены. Гендиректор института метеорологии Горислав Сидоренко уверяет, Валерий Щебельский уже поработал на заводе «Серп и молот», а сейчас числится на Хелзе. Представить его в качестве старшего научного сотрудника киевский чиновник так и не решился. Через 10 минут общения с работниками института Валерий Щебельский и Александр Сипко уехали, пообещав вернуться в сопровождении правоохранителей. Анна Бравко, Павел Кубраков, медиагруппа «Объектив».